Привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя. Сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка. Ссылочки на все товары будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. А также поставьте мне приветственный лайк, мне будет очень приятно. Всем спасибо за поддержку. Вот такая мне большая пришла сборная посылка. И сейчас будем с вами смотреть, что тут внутри пришло мне. Итак, первая посылочка. Это пришли наушники. Обычные наушники. Там были разные цвета продавца в магазине. Я себе выбрала вот такой красивый, нежный, мятный цвет. Так. Сейчас посмотрим. Вот такая у них упаковка. Made in China. Цена бюджетная. Наушники всегда нужны. И будем смотреть. Для АСМР. У меня также есть еще один канал, АСМР канал. Ссылку на свой АСМР канал я вам оставлю в описании под видео. Вот. Такие самые обычные. Они длинные. Вот такая еще есть кнопка для переключения. Ну, цвет, конечно, приятный. Еще думала заказать себе желтые, также яркие такие, или голубые. Пока взяла вот такие зеленые. Хорошие отзывы на них. Полезная покупочка. Дальше. Следующая покупочка. Это пришел мне чехол. Вообще люблю красный цвет чехлов. Неоднократно заказывала. Это взяла вот такой, самый обычный чехольчик, приятный на ощупь, такая штучка идет вместе с ним. Там есть разные цвета у продавца. Еще думаю заказать себе черный цвет, там всякие красивые рисунки есть с девушками. Вот самый обычный Xion, на Xiaomi Redmi Note 5 этот чехолчик. Дальше смотрим следующее. Еще одни наушники. Так, все хорошо упаковано. Также хорошая цена. Взяла их вместе. Ну, это как бы разные магазины, но пришли вместе в сборной как бы посылки. Вот. Там также есть другие цвета. Взяла черный цвет, потому что на них была скидка. Хорошая скидка. Поэтому взяла черный цвет. Они бюджетные. Также по хорошей цене. По качеству звуку мне, как бы я их проверила, больше все же понравились вот эти. Ну, дизайн, как бы цвет больше мне понравился вот этих. Да. Вот такие. Тут идет как бы черное с золотом. Там есть еще белые и разноцветные цвета. Вообще на Алиэкспресс много разных наушников, бюджетные. Я почему-то не очень люблю эти бездротовые наушники, мне проще с этими, не знаю. Напишите в комментариях, как вы, как бы я по старинке люблю вот такие. У меня очень долго прослужили от Samsung наушники, и вот они уже у меня как бы сломались, себе на замену взяла такие. Дальше смотрим. Еще одна посылка сборной. Так, большая такая, огромная. У нас сейчас за окошком так красиво засветило солнышко. Ну, тут мне пришли перчатки, варежки на зимнюю погоду. На зиму. Так. Время быстро идет. Вот такие я взяла. Это идут с
телячьего меха. Они плотные, двойные. Цвет взяла вот такие, как бы серый. Продавца на картинке они более темные. Вживую они более светлые. Такие приятные. Вот так они идут внутри. Они на руке. Теплые. Думаю, что будут хорошо меня греть. Я была заказала на OLX себе, как бы ручная работа с козьего меха, но они очень тонкие. И тогда была заказала и на AliExpress, но как бы доставка долгая, и они только сейчас мне пришли. Ну ничего, будут ждать своего времени. Но цвет немножко отличается от того, что заявлено продавца. Продавца он более темный. Вживую он более такой светлый оттеночек. Да. Короче, да. Так, следующая посылочка. Это мне пришла бижутерия. Красивый наборчик. Вообще я бижутерию люблю. Сказала не себе. У меня огромный выбор. Видео с бижутерией, так что смотрите меня на канале. Кто еще не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на моем канале. Впереди вас ждет много интересных видео. Так, сейчас будем с вами смотреть. Так, я еще возьму свою линейку. И... Там разные есть наборы. Вообще классный этот магазин. Качественная бижутерия с нержавеющей стали. Быстрая доставка. Также есть купоны в магазине. Тут идет в наборе три разных цепи. Сейчас это актуально. Многослойность как бы. Так, замочек рабочий. Вот такая цепь с монеткой. Будем смотреть, какая длина. Так. Очень бюджетно получается. 50 сантиметров. Ну, еще есть удлинение. Одна цена, три цепи. Три цепи пришли. Дальше. Красиво на подарок. Это нержавеющая сталь. Будет долго служить. Дальше вот такая... Красивая бабочка. Вот такая бабочка красивая. Так, сейчас мы с вами померяемся. Кулончик. Ну, он небольшой, 2 сантиметра. Если с ушком немножко больше. И длина цепи. Цепь тоненькая, 60 сантиметров. Первая была покрупнее. Это 60 сантиметров. Вот так сзади идет, как обычная. Так, вот кулончик обычный. Еще толщина, посмотрим. Люблю я такие нежные цепи. 1,5 миллиметра. Первая, она идет поплотнее. К тоненьким я бы ее отнесла. Невесомая, легкая. Почти 3 миллиметра, да. Ну, кулончик, мне кажется, что он тяжелый по сравнению с толщиной цепи. Тут ушко побольше, можно, конечно, заменить себе. Да. Цепь длинная, 60 сантиметров. И вот это очень классное, красивое. Вот такой замочек, кольцо, оно самое короткое, где-то в районе 40 сантиметров. Да, 40 сантиметров. Так, цепь чокер красиво будет смотреться. И она такая поплотнее, 4 миллиметра. Там есть разные наборы, также есть другие бабочки и вместе с крестиком. Вот такой замечательный наборчик. Всем советую. Однозначно красивые, красивые украшения. Можно носить вместе, как многослойность, как заявлено продавца на картинке, а также можно носить отдельно. Так, следующая посылочка. Это пришли наклеечки. Мимимишные нежные наклейки. Вот такие бабочки. Там
Также есть наборы таких бабочек, комплект 12 штук, если я не ошибаюсь. Это вот такая наклейка под номером 1006 STZ. Такие красивые бабочки зеленые. Вообще в этом году полюбила зеленый цвет. Вот. Раньше не любила. Вот такие красивые зеленые бабочки. Красивая голубая бабочка. Желтая. Очень красивые. Есть также на Алиэкспресс наборы. И вот такая вкусняшка. Кексики. Вкусные. Так. Они маленькие, небольшие. Бабочки немножко больше, как бы, на длинные ноготочки. Вот эти кексики, вкусняшки такие, на маленькие короткие ноготочки, как у меня сейчас. Маленькие. Да. Как раз подойдут. Наклейка под номером B009. Так, смотрим следующую покупочку, посылочку. Так, это мне пришла также бижутерия. Наборчик. Также идет из нержавеющей стали. Это идет как бы кулон защита. Цепь длинная. Сейчас возьму линейку и будем мерить, что у меня тут. Так, размер кулона почти 5 сантиметров, где-то 47 миллиметров. Да. И цепь, она идет длинная. Так, 50 сантиметров, самая обычная, нормальная длина. Вот сзади, как монетка. Вон там есть еще другие цвета. Это в серебре, есть черный, а также в золоте. Так. Дальше смотрим. Следующий. Так, это также колечко пришло. Оно идет безразмерное. Оно идет в виде крестика. У меня сейчас любимые серьги в виде крестика. И вот такое колечко. У меня также есть серебре. Серебро, кольцо, что-то подобное с крестиком. Спаси и сохрани. Еще вот такое заказала безразмерное. Вот. Можно наносить на вот этом или на большом пальце. Как-то так. Это колечко также у меня с Алиэкспресс, эффект кошачий глаз. В магазине Kindle брала. Да. Вот оно идет сзади, безразмерное, это обычное колечко. Не знаю, может и на большом буду носить. Такие у нас сегодня были покупочки, ссылочки будут на все товары в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Пишите мне свои комментарии. Мне важна ваша обратная связь. Встретимся в комментариях. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок, мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.